Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегалкол. Мы продолжаем проходить Dying Light. Мы остановились на крыше в зале, вот тут вот, вместе с Рахимом. У нас был первый приступ, и сейчас нам нужно сходить, во-первых, к кладовщику, он нам даст какое-то снаряжение. И нам нужно находить еще какой-то Заре или Зере, которая, типа, сможет там что-то дать, осмотреть меня. Ну, судя по всему, доктор местный, вот. И это как раз недалеко, опять-таки. Так, это мы сейчас идем за снарягой. Да, спуститесь на первый этаж на лифте. Окей, почему, главное, вот мне очень интересно, почему тут лифты, обычной дверью закрыты. Вот это вот очень интересно. Пробуждение, ладно, мне дали реальную работу, теперь никто больше не заподозрит, что я не тот, за кого себя выдаю. Пока все идет нормально, а когда доктор Зере избавит меня от приступов, станет еще лучше. Это нормальный звук сейчас? О, иду. Я уже думал, все, игра. Игра умерла. Ладно, показалось. Тут как-то черный экран очень долго был. Так, что? Тихо, тихо. Что это такое? Что? Не надо лагать. Вот не надо начинать это дело. Чувствуете? О. Не, ну смотрите просто, да? Не было же ничего. И вдруг... И, естественно, давай, лагай. Больше лагай. Ага. Yeah, that's me. Name's Crane. I'm not gonna bother learning your name till you survive a few days, but here, this is for you. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food on Antizin. By which I mean, the people here don't much like you, but don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. А, это, наверное, какой-нибудь, типа, магазин. Бог. Ладно. Ножка стала. Давай. Чего бы нет. Вот, ну что, ну не было этого никогда, не было в прошлой серии, все было нормально. И теперь игра начала подлагивать, ну вот. Ну что не так? Сейчас это будет еще происходить, наверное, когда зомби полезут, вот это очень будет просто к месту. Да боже, ну что такое, что? Okay, new guy. Be careful out there. We've lost too many already. Что не так с этой игрой? О, а вот это... Ребят, это уже слишком. Это реально уже слишком. Я сейчас просто возьму, наверное. И чтобы во время записи не было проблем всяких. А, я не на... Ну, тут средний. Хочу средний. Давайте что-нибудь уберем. Беру сглаживание. Я им бы так лежно оставлю. Вот так вот более-менее будет. Так, а вот это вот, кстати, если кому интересно... Что ты называешь? Ну, я не знаю, о чем ты сейчас мне сказал вообще. Не знаю, что там привлекает эту мерзость. Потому что пока что я встретил только одного и сразу же его с одного удара убил. И у меня почему-то лагает. Вот просто так это происходит. Ну, вообще бесит. Ну, блин, не, вот этого не было в прошлой серии. Реально не было ни одного лага. О, началось.
Стойте. Мне к вам ведь не надо. Так, не, ну стойте, ну с такими этими я не могу играть, ну серьезно. Еще что-нибудь. А, не вырубилось. Так я же... Во, вот так вот, да? Во, вот теперь норм. А, не, не норм. Ну ладно, пробуем так. Так, ну, чё, поехали, да? Драться с ними нет смысла. О-о-о, игра. Игра! Не, ребят, это не, это... Попробуем так. Более-менее. Хорошо. Настроил я игру, короче, все сделал. Нормально. Хотя нет, слушайте, ну смотрите, во время записи все очень плохо происходит. Это видно прям, да? Чувствуется, тут ощущается хель. А где вход у вас? Там, что ли? Откуда я прибежал? Ну, то есть, как бы игра, да, она чуть-чуть отказывается работать по-хорошему. Ребята, вы вот так вот умираете, нет? Не, ну, игра реально, как бы... Вообще, запись не держится. Ага, я понял, куда мне? Чё, не сюда? Выпустите. Не, ну они какие-то лохи, вот эти вот зомбики вот эти. А чё, опустите меня, алё? Как зайти-то к вам? Господа, господа разработчики, расскажите мне, куда... Слушайте, не, ну, вот серьезно, я поставил уже просто среднюю все, но игра реально хочет, чтобы, видимо, я не знаю, средний-средний, но игра реально, видимо, хочет, чтобы я что-то еще убрал. Глубина резкости, нахер. Нет, это вот не хочу убирать. Имбитоклюжен, это, ну, да, много. Ну, хорошо, давайте вот так вот. Просто игра, кстати, все равно красиво выглядит, заметили? Средняя-средняя, однако, красиво. Так что, как мне пробраться-то? Я просто хочу комфортную игру, чтобы без лагов там, да? Просто не знаю, что за херь сейчас было. Ну, короче, в прошлой серии ни одного лага не было. Сейчас, видимо, открытый мир. Сейчас появился открытый мир. Ну, короче, мне просто надо уже видеокарту новую купить. Вот, да. Я хотел, как бы, но что-то как-то цены поднялись. Не хотел я что-то ничего уже брать. Но потом, короче, все уже нормально было. Но, ну, короче, цены, да. Я не хотел за цен. Так. Зерри. Помоги мне. Открой мрой. Hello. Anybody there? Camden, are you there? Damn it. So, I'm supposed to get a vaccine? What? No, no. Suppressant. It's called antizin. Suppresses the symptoms here. Sit. Antizin postpones the inevitable. Best the GRE could do. Inevitable. So, there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now. But you see, I've been running tests on both antizin and infected tissue. A cure is possible. Definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes. I think so. Now, where did I put that injector? And who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector Zero, where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio, though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city. Hoping some of the infected would eat them, so I could observe and document the results. But they didn't? It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. No reason to hold any antizin in reserve now. In any case, all right, I'm quite busy, so on your way now.
What was I doing? За что он себя винит? Непонятно. Типа времени потратил. Ладно, куда мне дальше там? Ребят, вы меня не будете надеюсь убивать? Zero checked me out and gave me another shot. Okay, great. That'll to hold you for a while, which is good, because I'm starting to get used to the idea of bossing you around. So, time for a real trial. Go talk to Spike. You'll find him near Zeta's truck. He's got the first real job for you. Hey, Spike. I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. All right, shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One is food, first aid supplies, survival gear and such. The other kind is filled with antizin. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with antizin keep getting raided by Ryze's thugs. And without antizin, we're basically screwed. Ryze and his boys only operate during the day because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two antizin drops are coming down right at sunset tonight. And Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Now, Brecken and his team will be okay tonight so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night, and if he doesn't come back with antizin, we are lost. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. They make a fine distraction if you get in trouble. Для смены оружия. Подготовьте ловушку для миссии Брекена. А мне какой-то этот уровень дали. Навыки. У вас есть неиспользованные очки навыков. Чтобы использовать эти очки, выберите дерево навыков. Так, уровень выживаемости, ловкости, силы. Так, ну, допустим, ловкости. Ловкость позволяет вам опережать врагов. Чтобы повысить уровень ловкости, забирайтесь на высоту, прыгайте, бегайте, используйте навыки из дерева ловкости. То есть мне как бы пока я не могу, да? А что тут уклонение? Легендарный, вы уж в рабочей зоне карантина, вы можете бегать, прыгать. А, не уставая, ну то-то да, конечно. Хорошо, это мы пока не можем. Выживаемости. Уровень выживаемости дает вам доступ к дополнительным способностям, чертежам и вспомогательным предметам. Чтобы повысить уровень выживаемости, выполняйте задания, помогайте другим выжившим и проходите испытания. Чем выше ваш уровень, тем лучше, лучшее снаряжение будет вам появляться в магазинах. Узнайте, как создавать основные предметы, необходимые для выживания. Отмычки, взрывпакеты, простые сюрикены и коктейли Молотова. А сила? Сила позволяет противостоять врагам лицом к лицу. Чтобы повысить уровень силы, сражайтесь изобретательно, убивайте врагов и используйте навыки из дерева силы. Окей, судя по всему, то пока только выживаемость. Так, ну вот чему-то мы научились, чему пока непонятно. Окей, а, вы научились сборку предмета отмычки, окей. Мародерство – ключ к выживанию. Обыскивайте трупы, сундуки, брошенные машины, предметы, мебели и даже мусорные баки. Там могут быть детали для сборки, оружия и деньги. Чувство выживания поможет вам найти добычу. А, хорошо. Ищите на местности огромные запертые сундуки, оставленные другими выжившими. Обычно они находятся на крышах вне досягаемости зомби и содержат оружие и прочие ценные вещи. Окей, все. То есть я нажимаю на А, и мне что-то открывается. Окей. Не та кнопочка. А чё ты мыльная какая? А чё я такой вот... На, нахрен. Сваливаем. Буду ходить нажимать на А. Почему бы и нет? I'm outside. I'm working for Spike. You're Crane, right? Listen, our runners tried to secure one of our safe houses for Brecken's mission.
He's in a courtyard by Zephyr and Mimar, surrounded by zombies. We gotta help him. All right, I'm on it. Что-то было, по-моему, нет? Да? Ну окей, это недалеко. Ну, я бегал здесь, кстати, на Игромире, там я был. Там геймплей, можно было поиграть в Dying Light. Тут вот это место было. Не, короче, в Dying Light, на самом деле, это вам не всякие там Dead Island там, или Dead Rising, в которых можно просто их мехить, как, не знаю, как картошку, да? Тут все намного сложнее, тут надо именно выживать. То есть тут как бы наилучший способ, во-первых, это лаги, да? Тут наилучший... Опа, не, все, не хочу. Фигурка зомби. Тут, конечно, стрёмно очень, да, но... Блин. Орешки. Орешки нашли, прикольно. То есть, короче, да, меня просто потом жаба убьёт, что я что-то там не взял, что-то там... Побежали. Очень странно игра работает, могу сказать точно. То есть она почему-то сначала лагала, теперь не лагала. А, ну не, ну хорошо. То, что она раньше не лагала, я понял. Раньше не было открытого мира. То есть сейчас как бы у меня врубился открытый мир и началось. Вот видите, и звук. Мне тоже очень звук нравится. Этот. Т-т-т-т. Неактивный и безопасный. Попытайтесь занять ее. Вот. А что мне нужно сделать? Кого-то убить здесь? Вот я вижу здесь двух дебилов, которые ломят дверь. Ват! Что я сделал? Как с ними драться? Слушайте, они умирают вообще? Я тебе по голове уже ударил! Дядя, умри, пожалуйста, я тебя прошу. Ну, кстати, убивать... Вот, вот об этом я, кстати, и говорил. То, что... Их очень сложно убивать. Они никак... Никак Dead Rising, никак. Вообще никак. Вообще никак. Так, тут что-то было. А это внутри. Все нормально? Либо тут надо. Okay, it's done. Fuck. You had no choice. He wasn't human anymore. Now hurry. You still need to turn on the lights. That's the only way to make this place safe at night. То есть мне надо вот это сделать. И... О, безопасная зона разблокирована. Окей. Доберитесь до крыши здания и свяжитесь с ВГМ. И к управлению еще привыкнуть надо. Так. То есть, как бы, да? Специфическое управление. Очень специфическое. Нужны отмычки. А я могу сделать отмычку? У меня же что-то было там, да? Инвентарь. Чертежи. А как что делать? А у меня есть одна отмычка. Слышите? Создать. А, вот, создать. Все. Я понял. Так. Взлом, нормально. Окей, так, чтобы взломать замок, двигайте булавку клавишей левый стик и поворачивайте отвертку клавишей правый стик. Так вы повернете защелку. Если булавка начинает вибрировать, не прилагайте усилия, она может сломаться. Так.
Как в Скайриме, ребят, как в Скайриме. Так, что здесь, что здесь, что здесь, что? Ломик и труба простая и кофе. Окей. А, оружие менять на вот эти кнопки. Ни хрена. Трубу какую-нибудь возьму. Пока разбираемся. То есть я так понимаю, что здесь даже нету фонарик. Непонятно. О! А, это на... Во! Вот так вот. Все. Теперь понятно. То есть у нас что? Самая крутая вот простая труба. Пока разбираемся. Неважно. Пока разбираемся, можно и потупить немного. В принципе. Crane here. Report. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority, though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. And Crane, thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. Чё-то их всё больше и больше. Я про зомби. Infected are all over the street. So what does that tell you? Keep off the street. Try to stay on the rooftops where they can't reach you. Это что, правда? Сам бы я вот не догадался. You still have some firecrackers, don't you? Just throw some into the crowd. Those dead bastards are easily distracted. Как кинуть-то что-нибудь? Забыл кнопку прыжка. Так это работает. Like these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? You can't. I told you, they're only for the night mission. Shit. Okay. Сколько их там вообще? Но они какие-то тупые, да? То есть они не очень-то способны что-то делать. И в них главное что-то есть. Что, они прыгать умеют? Не, не умеют. Они ничего не умеют. Бесполезные твари. Бесит меня. На самом деле зомби реально в этой игре... Они как бы сильные, да, если с ними драться, но такие они медленные. И совершенно не страшные. То есть получается, что их, в принципе, можно не бояться. То есть, если как бы надо бояться, понятное дело, потому что, ну, как бы, это зомби. Но не так сильно, потому что они как бы тебя не догонят никогда.
Повышение уровня ловкости. О, можно прокачаться. Хорошо. Так. Уклоняйтесь от атак, отпрыгивая в стороны или назад. Чтобы использовать, двигайтесь в нужном направлении и нажимаете. Окей, хочу прокачать. Да. Почему бы и нет? Так, а как на это здание-то? Наверное, вот через вот это вот. И... Хорошо. А там мне машину? А, мне... А, не, мне не машину. Световые и другие. Самое что интересное, почему это он с ловушками будет бегать, а я буду так просто. Знаете, типа, я, короче, мясом буду, да, в этой игре, судя по всему. Тихо. Не надо меня бить. Тоже мне, блин, зомби. Кто вас учил так? Никто вас не учил. Так, а мне вот туда вот надо, да? Не, ну, мне очень сильно отвлекает управление этой игры. Потому что очень-очень уж неудобно прыгать на РБ. Это вообще, это, знаете, это ад. Надо нажимать на, блин, на правый бампер. Это кнопка. Я не знаю, конечно, я привыкну. Понятное дело, что я привыкну, но это так непривычно. Это вообще просто сложно реально играть именно из-за управления. Ну, игра сама по себе тоже такая. Не очень-то и легенькая, я бы сказал. А что это начереет уже, да? Начереет плохо. А вопрос, как вас устроит? Подождите. Стоп, а как я должен забраться на этот стул? Если мне надо поставить вон туда. А, понятно. Темно сейчас, наверное, вы там ничего не видите. Я на самом деле тоже ничего не вижу. Чтобы не вставало. Как же мне подняться? Вы можете создать новый предмет. Окей, посмотрим потом. Так, то есть мне надо как-то вот, типа, там, вверх. Ну, знаете, вот у меня вот там вот цель. О, я, походу, что-то нашел интересное. Дальше. Понятно. То есть мне надо куда-то вот здесь, вот наверх, на столб забраться надо вот сюда. Вопрос как? Никого, по-моему, не волнует. Окей, пока другое я что-нибудь активирую тогда. Аналогичный вопрос. Как? Тут даже нет куда прыгать-то. Я же не умею... Подождите. Подозрения мои пали теперь на возможность... Следующую. Нет? Не. Не умею я лазить по этим штукам. Явно. Не, ну что-то тут явно не чисто. То есть мне надо как-то туда забраться, хотя я не умею лазить по этим штукам.
Что-то как-то странно. Возможностей у меня нету больше никаких. То есть я могу бегать там, я могу бегать здесь. Но я ниоткуда до сюда не до... О-о-о! Окей. Хорошо, одну мы сделали. А ту как? Хорошо, тогда на тот можно забить. Или нельзя? Gee, thanks. Just try and get back here in one piece, all right? I don't want to have to train somebody to replace you. Не придется. А походу придется. Управление, ты такое управление, конечно. Ой. Еще надо кнопку держать. Тоже не очень удобно. А можно мне обратно? Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Not again. All right, listen. There's a power substation. Ну, конечно. Go check it out. Нужно сделать что-то серьезное. Иди. Ловушки тоже отключились. Мне очень нравится то, что, например, он чиреет. Найдите силовой распределительный щит и устраните проблему со светом. О, не-не-не-не-не. Ты кто нахер? У нас проблемы. Таких проблем у нас еще не было. То есть, в смысле проблем у нас не было. Таких проблем у нас еще не было. В смысле вообще не было. Больно, боль. Тихо. А, так, хорошо, пауза включается. Так, научись атаковать с высокой точностью. Попадание тупым оружием в голову врага может его оглушить. Качаем, пока можем, пока надо. Тварь. Фу. Тут еще дебил какой-то был. Не вставай. Фух. Чё могу сказать? Это было стрёмно. А! О, хорошо. И, собственно, что? Всё? И... Что-то мне ещё надо сделать? Блин, слушайте, это было очень сложно. Он был очень сильный. Вот мне сюда, что ли? Фу. Как это все неприятно. Твою мать. Нашел. Ура. All right,
I've got the substation reset. But if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. You're gonna have to spend the night there. Так, взлом нормально, у меня есть 3 отмычки. О, что-то помощнее. А как выкинуть? Можно выкинуть? Я просто не знаю. Как выкинуть? Ну это же лучшая штука. Я что, не могу выкинуть, что ли, ничего? А, или, наверное, знаете, можно вот так вот взять инвентарь. Так, у вас есть улучшение для оружия. Выберите его, выберите оружие и нажмите левый триггер, чтобы улучшить его. Характеристики оружия можно повысить, улучшая его срок службы. Баланс, наносимый урон. Получить улучшение можно, помогая другим выжившим при случайных встречах или же при разведке местности. Свободно разъем. Давай. Бреттер. А, бреттер, подтвердить улучшение. Ну, я просто пробую, да, пока. Выкинуть можно? Во, допустим, водяная труба. Нафиг она мне. Возьму трубный ключ. Ржавый разводной. А это дело продать, что ли, как-то можно, наверное, да? Оружие всякое. Кстати, заметили, что дизайн этого всего очень похож на Dead Island. Потому что игра, как бы, она очень похожа сама по себе на Dead Island. Причем не только игра. Прежде чем стемнеет. Твою мать. Вы мне говорите, прежде чем стемнеет именно сейчас? Вот по ночам стрёмно. Знаете, вот я официально заявляю, что у нас проблемы. Потому что меня заметили сейчас. Хотя это было очень, так, достаточно странно. Странное такое замечание, учитывая, где мы находимся. Где безопасная, твою мать, зона? Просто я как бы ничего не хочу говорить, но учитывая все обстоятельства, можно сделать такой вывод, что все плохо. Хотя у меня всегда все плохо, просто потому что мне всегда все плохо. Ладно, побежали. Вот так вот по-тихому, ну как, относительно по-тихому, спринтовать надо, реально спринтовать в этой игре надо очень много. Все, добрались. Да какого за что мне это? Что это сейчас за зеленая херь была? Забей, забей. What can I do for you? I just saw this freaking weird zombie. He's covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know, will you? Без Б вообще. Фууу. Так, вот я как раз хотел вот так вот сделать, наверное. Тяжелую арматуру, ладно, оставлю. Фууу. Офигеть.
Spike, what's going on? Something bad happened. We need to talk. Okay, give me a sec. Ладно, ребят, давайте тогда, что, совместный режим? Вы завершили про... Это пролог был. И теперь доступен совместный режим. Нажмите внутри игровое меню. Возможно, кстати, поиграем, если кто-нибудь у меня будет в друзьях. Ладно, пока что я предлагаю на этом закончить. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.